Так, переделываю квадраты на FM. Пришлось переделать. Вот так сделал. Ну, как всегда, алюминий появил. Все появится довольно неплохо. Сейчас введу кабель в это отверстие и тут запаяю уже. Такой коробочки. Так, завел я кабель. Крышкой закрою. Герметично получается крышечка. Тут запаял. С алюминием, конечно, работать проблематично, но можно, если осторожно. По крайней мере, контакт уже будет хороший, надежный. Так, покрасил коробку. Отверстие просверлил. Вот, смотрите. Вот, это нижняя сторона, это будет вниз смотреть. Для чего сделал? Для того, чтобы все равно здесь конденсат может копиться, он рано или поздно появится. Вот, здесь тоже закрылся, и чтобы он, так сказать, вытекал. Плюс покрасил коробку в черный цвет, чтобы в случае, если там будет какая-то влага, чтобы она испарялась, ну и выходила. Вот так вот я продумал этот узел. Так, вот что пока получилось. Сюда будет паяться кабель, припаиваться на болтиках, все шлифанул красиво. Сюда будет входить кабель, это будет как раз вибратор, закрываться коробочкой, и все, и будет красиво. Бум. Вот это рефлектор 1,60 м. Так, бум покрасил, покрыл тут, прицепил кабель, ввел. Здесь будет у нас герметиком закрыто с этой и с той стороны. Вон, смотрите. Так, фокус. Фокус-фокус. Значит, припаял центральную и оплетку. Так как здесь алюминий, пришлось накрутить F-ку, а потом уже запаивать на F-ку. Вот. Ну, то есть контакт надежный, как я люблю. Вот. Ну, все закроем, потом крышку. Здесь герметик, были отверстия, я закрыл. Ну, пластилином, чтобы не закапывало. На всякий случай, всякое может быть. Такая вот пока конструкция. Сейчас будем лепить рефлектор. Так, это рефлектор. Хотел показать, как я сделал. Смотрите, все очень просто. На одном болте крутится, болт здесь просверливается и вводится как раз в отверстие. Там гровер, шайбочки, болтики, гаечки, все это здесь есть, крутится. И для верности, ну, чтобы не крутилось уже ничего, ну, всякое бывает, да? Хотя он и так очень, так сказать, мертво держится. Здесь взял, просверлил отверстие здесь и здесь и зафиксировал стяжками. Вот. Дальше это все дело пойдет уже на бум. Насадится, там зафиксируется саморезом и будет красота. Вот, вот так вот реализован рефлектор, такая фиксация. Так, вот так вот пока в таком вот положении. Сейчас закрепим и поставим. Так, ну что, ба-бам, поставил я метр ниже два элемента. В принципе, практически в одном направлении смотрит, учитывая, что у двух элементов там диаграмма чуть ли не круговая, это нормально. Свалилась она у меня, чуть-чуть погнулся квадрат, но это такое. Ну, по крайней мере, поднял, уже хорошо. Так, что? Вот такие выгляд мая. Надеюсь, еще будет работать.